ДТП, которое произошло 30 июля, пополнило печальную статистику смертельных аварий Сарова. Ночью на перекрестке улиц Московской и Гоголя автомобиль врезался в фонарный столб. Водитель и пассажирка погибли. По словам сотрудников госавтоинспекции, они ехали на большой скорости, и мужчина, находившийся за рулем, не справился с управлением. Если просматривать видеозапись, то до того момента, как автомашина попадает в камеру, в обзор камеры видеонаблюдения, автомашина уже движется под углом к краю проезжей части. Свет, пучки, значит, ближний свет фар направлены на левую по ходу движения обочины, на встречную полосу. Поэтому в этот момент уже он движется, то есть за носом. И впоследствии с этого заноса он выйти не смог. По мнению специалистов, скорость водитель набрал, двигаясь по улице Московской в сторону ТИЗа. Шансов выжить в такой аварии у тех, кто находился в машине, практически не было. При осмотре места происшествия, повторно, которое мы производили, пассажирский ремень безопасности, он был разрезан при производстве деблокировки пострадавших, погибших. Вот, соответственно, девушка была пристегнута. Сотрудники полиции задержали похитителя двухколесного транспорта. Пострадавшим от его действий горожанам вернули 4 велосипеда и 1 электросамокат. Вором оказался ранее судимый саровчанин 39 лет. Его задержали в то время, когда он ехал на одном из украденных велосипедов. Был остановлен патрульно-постовой службой, однако не смог пояснить, куда вообще у него этот велосипед. В дальнейшем было установлено, что данный велосипед был похищен с улицы, с подъезда по Академика Харитона. Задержание провели в рамках оперативной операции «Велосипед». В течение нескольких дней сотрудники полиции проверяли все возможные пути сбыта краденных вещей, чтобы найти преступников. Проводился мониторинг сайтов бесплатных объявлений, где выставляются на продажу похищенные велосипеды, возможно. А также проверялись пункты проката велосипедов, как возможных мест скупки краденого имущества, хранения похищенных велосипедов. Выйти на след предполагаемого преступника помогла наводка. Бдительные горожане сообщили в полицию о том, что некий мужчина передвигается по городу не на своем велосипеде. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.